Здорово, Снуля. Ну чё, как в шараге? Привет. Да нормально. Хочешь заточить чё-нибудь? Что сделать? Заточить? Ну похавать, пожрать. Шаришь? Здесь есть всё. Котлетоны, супец, мазик, всё, что любишь. Нет, мам, я не голоден. А почему ты так разговариваешь? Понимаешь, я прочитала в интернете, если говорить с молодежью на их языке, то можно улучшить взаимопонимание. Шаришь?